тебя руки прям как у человека, реально. Вот, да. Это же правда. Человек произошел от обезьяны. Это даже линии жизни. Ну, так хорошенькие, хорошенькие такие, конечно. Когда наблюдаешь таких экзотических животных, просто вот, ну, фантастика действительно. И мне кажется, так сразу как-то на душе становится светло. Они такие добрые. Лучше, чем люди многие.